Ребята, доброе утро. В общем, последнее приготовление я сделал, палатку собрал, уже полностью позавтракал и можно выдвигаться в путь. Сейчас, ребят, поставил на лоберок вместо тройничка одинарный крючок, вот здесь вот снизу, чтобы меньше травмировало рыбу. Вот, ну посмотрим, как это скажется на результативности. Ну, я думаю, что пусть она будет чуть пониже, результативность подсечки, но зато будет у нас более-менее вся целая рыбка. Какой бурный перекат впереди. Камни вон там еще торчат. Вот тут по-любому должна быть рыбка. Ух ты, сразу клюнул. Блин, сразу поклевка была. Все-таки клюнул. Ох ты, какой красавчик. Здоровый. Это большой. Ой. Все, отцепился сам. Вот молодец какой. Здорово. Опа! Ну все, пофоткал. Сам отцепился, сам пофоткался и сам убежал. Красавец. Оп. 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 Есть. Хорош. Красавчик какой. Вот и этот сам отцепился, пока я его фоткал. Давай. Головли хорошие, какие клюют в этот раз. Как бы гигантов нету, но приличные рыбки. Твичил, твичил и натвичил. Головляху. О, как клюнул. Сейчас, 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 сейчас. Ой, болтус. Чайку надо, наверное, попить немного. Разогреем. Приятного чаепития, дамы и господа. Ого! Клюнуло, ребят. Ну как? Стоять! Какой сильный попался. Опа! Красавчик. Тр-тр-тр-тр-тр. Смотрите, ребят, у него не просто хвост черный, а у него хвост с какой-то оранжевой подпалиной. Красавчик какой. Давай, беги. Ого. Молодец. Ну, сейчас еще поймаем. Ого. Попался. Еще один попал.
бляха небольшой. Ого, попал. Опа. Тихо. Тихо. Какие губы мясистые у него, кошмар. Давай. Просто офонарить, ребят, каким здоровенным великаном мы подплываем сейчас. Кошмар, вот это вот скалы. Первая цивилизация едет. Вон. Лодочка. А вон утка летит. Как вы спите, дружище? Да голавль клюет. А? Голавль клюет, говорю. Голавль клюет. А ты что, один на две лодки или? Ну. Корма у тебя тут. Вообще пойдет. Лавит у тебя, дружище. Шикарно вода получается. Да? Вообще шикарно. Здорово, ты сам снимаешь. Ну, а вы что это самое, за головлем или что? А что получится? Вот как-то с утра не очень было, там две рыбки всего. Ага. Ну и щучка такая. Ребят, что-то клюнул на мепсик. Не знаю, что за рыба. Голова. Клюнул голавль. О, ребят. Еще один, но этот крупнее точно. Нифига он. Буйствует как. О, вот он мощный. О, ребята, хариус попал. Ничего себе. Вот это да. Красавчик, какой он, смотрите. Давайте возьмем его. Сегодня попробуем пожарить. На все три крючка взял. Вон что. Какой перекат бурный у нас тут. О, какой. Вон оттуда мы пришли. Вон. Ух ты. И, ребята, вот это харзина был. На воблера взял. Ничего себе. Есть, есть, есть. Небольшой, небольшой. Смотрю. Иди. Ого. Попался. Небольшой попался.
Угу. Это тоже мелкий. Мелкий, но взял жадно. В общем, ребята, вот в таком вот красивом местечке я остановился на ночлег. Натаскал уже из прибрежных кустов тут кое-каких сухих палочек. Вот они. Сейчас поставлю тут палатку. Вот прям вот на гальке. Ну и наконец-то поем тушенки с салатиком. И все у меня будет замечательно. Потихонечку разложился. Палатка у меня просушивается. Вот. Спальничек тоже. Все обсырело. Вот. Ну а я сейчас, наверное, по-быстренькому перекушу. Потому что уже терпеть нету моченьки. Что где? Все. Я отказываю. Не верит, он говорит, сказал, то есть. Убежал от армии, ни хера, 2 года отслужил, и что убежал, дезертирование его хотели сделать. Нихуя, вот он и... Такие вот, ребят, кадры бывают. Сидел, никого не трогал, вот пришел, давай мне тут что-то рассказывать. Рассказывал. Ну, минут 30, наверное, рассказывал. Я уже тут успел поесть, банку тушенки прикончил, все, сейчас чайку себе навел, все, наконец-то ушел. Ну, кошмар вообще. Зато пообщался с человеком. Сейчас он до сих пор там что-то идет, болтает что-то. Вообще, ребята, у нас сегодня последняя ночка. Дров у меня немного, но что-то там пылает немножко, горит. Вот, и завтра я, значит, налягу на весла. И оставшиеся там примерно, ну, километров 20, наверное. 20-25 километров пройду, скорее всего, в первой половине дня. Вот, и потом меня уже будут забирать. Какие выводы я для себя сделал из многодневной рыбалки с ночевкой осенью? То, что осенью, ну, не очень удобно ездить ночевой. Потому что короткий день, вот, и очень мало времени у тебя уходит на рыбалку. И все приходится делать очень быстро. Не получается как следует отдохнуть. Да? Вот, ну и плюсом ко всему, из-за того, что темнеет очень быстро, и как бы ночь идет практически полноценная, то одному, конечно, без собаки, а просто вот так вот одному в лесу, ну, достаточно страшно, я могу сказать. Потому что ты лежишь и, грубо говоря, прислушиваешься к каждому шороху, к каждому там скрипу, где там ветка хрустнула и так далее и тому подобное. То есть не из приятных это занятие. В общем, сейчас буду гонять чаи и потом уже улягусь и буду спать. Доброе утро, ребят. Ночь прошла без эксцессов. Сейчас настало такое туманное, достаточно холодное утро. Я уже позавтракал. Ночью никто не ходил, никто не бродил. Вот я, ну, по сравнению с прошлой ночью, можно сказать, что достаточно быстро уснул. В голове уже есть понимание того, что надо по-быстрому в лодку сложить, чтобы как можно скорее отплыть. Так что даже несмотря на достаточно суровые условия, опыт все равно приходит. В общем, ребят, вчера-то мы остановились в таком месте, где на реке прямо стоит небольшой магазинчик. Ну как магазинчик, просто лавка там. Вот. В баню можно сходить, все остальное. И живет там сторож, получается, с собакой. Рой. Давай, кушай рой. Давай полностью грузи рой. Давай. Ищи. Рой! Вот, и все это находится рядом с одной из самых больших достопримечательностей этой реки, которую я вам сейчас покажу. Вот как бы именно поэтому я и выбрал
тот участок для стоянки, то, что как бы есть собака, есть человек. Вот, ну и, соответственно, я там тоже приютился на берегу, чтобы более-менее нормально, спокойно спать, безо всяких там, ну как сказать, страхов, что из леса придет мишка, так что ли. В общем, сегодня мне надо будет пройти 28 километров. Ну, я думаю, что мы это сделаем, причем достаточно легко. Даже если не грести, то за целый день мы все равно доплывем. Ребят, первая рыбка за сегодня попалась. Я уж думал, голова капризничать начал. В общем, отключилась камера, села батарейка. Вот маленький малышок попал вот такой на лубера. Cheerful 40 SP SR. Вот такой. Настоячку клюнул. Болтус какой. Сейчас, ребят, будем проходить бурный перекат. Попался головёха. Ребята, кто-то клюнул. Да хороший кто-то. Ух ты, вот это головлище. Парни, нифига себе. Вот это. Ну что, я вас поздравляю. Мы поймали первого килошничка. Вот это мощь. Смотрите, какая сила. Ух. Вообще огонь. Сейчас зафоткаем. Какой красавчик, да? Торпеда. Смотрите, какая чешуя. О, с ноготь. Просто броня. Ну какая. Ребята, клюнул. Вот это вообще что-то монструозное, что-то клюнуло. Ты вообще кто? Нифига себе. Нифига себе. Вот это головешка. Тихо. 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 Отпустим. Сейчас надо будет устроить пикничок на обочине. Скипятить чайку. Немного перекусить. Вот, ребята, вот в этой исписанной разными сплавщиками беседке я сейчас делаю себе чайку. Сейчас, ребята, будет проезжать лодочка с охотничком. Вот этот вот упырь едет и на ходу стреляет.
стреляет уток. Представляете? Видит то, что есть утки, останавливается и лупит по ним. Представляете? Я вообще не знаю, разрешена ли охота таким способом. Вот. Но насколько мне память не изменяет, вроде как бы нельзя так охотиться. Ну, не знаю. Напишите, кстати, в комментариях, можно ли охотиться таким способом или нельзя. Вроде как вот с машины нельзя. Это с лодки, не знаю, с мотором. Можно, нет. Пейзажи, конечно, завораживающие просто. Клюнул. Какой красивый. Красавчик. Давай. Торпеда. Эх ты, воблер стрелил. Собака. Вижу, ребята, я свой воблерок. Тут вот он. Сейчас его попробую достать. Ой. Все. Спасен. Спасен. Ух ты, вот это поклевка была. Еще, еще давай, давай, давай еще. Еще давай, давай, давай еще. Вот он. Какой мощный. Хопа, за ноздрю. Он даже не понял, что с ним произошло. Вот это было кошмар, парни, вот это было поколено. Вот. Кривой какой, смотрите. О, какой кривой. Его, видимо, кто-то жрал, что ли. Давай. Бам. Убежал. Ну, рыбалка вообще огонь. Просто умер. О! Вот тут ты смотри, качу. Вот да, нормальный. Ого-го. Опа! Красавчик. Так. Клюнул все-таки, смотри-ка что. Сожрал бублер полностью, смотри-ка как, а. Так, ну-ка. Ну-ка. Опа! Бублер-то у него в шахте. Стой! Стой, говорю.
Хончик. Кошмар. Ого. Красавчик. Давай. У меня сели практически все батарейки. Я высадил 3 пауэрбанка за эту поездку. Посадил полностью камеру главную. Вот, и заканчивается уже батарейка здесь. До конечной точки сплава мне осталось примерно 5 километров. И там уже я буду выгружаться и ждать, пока меня заберут. Я надеюсь, что все события, которые меня преследовали, вы тоже пережили вместе со мной. Ну, а у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.